коротко о погоде. В понедельник в Осло. В Стокгольме и Копенгагене 17 градусов тепла. В Брюсселе и Лондоне 18, в Париже, Дублине и Праге 19, в Антверпене 20 в Антверпене, в Софии, Женеве, Белграде 21, в Бонне и Мадриде 22, в Риме 23, в Афинах 24, в Стамбуле 25, в деревне Гадюкина дожди. Во вторник в Европе сохранится солнечная погода. На Средиземноморье виндсерфинг. В швейцарских Альпах фристайл. В деревне Гадюкина дожди. В среду еще лучше будет. В Люксембурге совсем хорошо. В Берне и Венеции. Деревню Гадюкина смоет. Московское время 23 часа 35 минут. На маяке легкая музыка.